Всем привет! Впереди праздник Новый год. И, конечно же, праздничное настроение. Сегодня я предлагаю вам шить сумочку для подарков своими руками. Ведь очень приятно получить в такой сумочке подарок и дальше пользоваться сумочкой по необходимости. Сумочка шьется очень быстро. Для этого нам потребуется вырезать по размеру сумку с припусками на швы по 1 сантиметру, вырезать ручки определенной длины и ширины, обтачку для сумки по верхнему срезу. Далее, после того, как мы вырезали сумочку, складываем ее пополам, чтобы нам было понятно, где нам располагать наши фрагменты с картинками. Расположив, прикрепив булавками все, я одну прикрепила картинку и вторую. Значит, первая картинка с Дедом Морозом будет у меня по краю обрабатываться кружевом. Кружевом я, значит, буду обрабатывать срез, открытый срез моей картинки. Я соединяю открытый срез моей картинки с плотным краем кружева. И в это место, где они соединяются, я буду строчить зигзагообразной строчкой 3 мм. Так я прострочу по всему периметру и закончу здесь, откуда начала, также аккуратно вот так на уголок. Далее я буду полностью ручку прямой строчкой на вылет. Затем я ее выверну вовнутрь. И надо прострочить обтачку верха сумки на 1 сантиметр, как и шов сумки с изнанки. Сейчас я иду строчить. Вот и дошила я новогоднюю сумочку для подарков. Сумочка шьется очень быстро. Всем рекомендую это сделать, так как это очень приятный бонус, когда вы дарите подарок. Сумочка вместительная, довольно-таки. Ее можно сделать любого размера, какой вам надо. И самое приятное, что человек будет пользоваться дальше этой сумочкой. Всем желаю хороших праздников и приятного Нового года!